Более 2,5 миллиардов рублей из регионального и федерального бюджетов будет направлено в этом году на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Сейчас право на такую меру социальной поддержки имеют более 252 тысяч жителей Воронежской области, из которых 57 тысяч человек – это льготники федерального уровня. В регионе действует автоматизированный процесс выписки льготных рецептов. Его внедрили в рамках проекта «Цифровое здравоохранение».